Заседание градостроительного комитета началось с критики. Первым высказался комитет по культуре. Именно ему в дальнейшем должен принадлежать зоопарк. Его специалисты считают, что данный проект слишком дорогая игрушка для города. У нас все-таки зона северная, и вот такие большие объемы, которые необходимо будет отапливать в зимний период, они приведут к очень значительным затратам на содержание. И та проходимость, которая заложена, и та экономика, которая заложена в связи вот с проходимостью посетителями, она не будет покрывать тех затрат. Однако главный архитектор проекта уверяет, посещаемость перекроет затраты на строительство и содержание. Посещаемость зоопарка, предполагаемая и данная нам заданием нашего заказчика и пользователя, это 3 миллиона человек в год. Ну, на наш взгляд, это, конечно, очень оптимистичная цифра. Наверняка это будет меньше. Скажем, например, что посещаемость Эрмитажа будет это 3,2 миллиона человек. Следующий спорный вопрос – место. Зоологи и экологи считают, строить зоопарк рядом с Юнталовским заповедником по ряду причин нельзя. В комитете по строительству думают иначе. По их словам, Приморский район еще 30 лет назад был определен как место для постройки. Возможность размещения объектов в этом месте определялась при разработке генерального плана в те времена, когда, извините, у нас действовала серьезная градостроительная школа, действовали проектные институты. Это была позиция научно обоснованная. На этом нападки на проект не закончились. Еще специалисты отметили, что зоопарк находится слишком далеко от метро и слишком близко к жилым домам. А значит, жители, прилегающих к территории домов, будут страдать от запахов животных. Создатель проекта зоопарка заверил, этого не будет. Основная часть территории будет находиться под колпаками и специальной пленки. Она состоит из нескольких слоев, в которые нагнетается воздух. И, соответственно, этот воздух является теплоизолятором, не пропускающим холод, соответственно, изнутри тепло. Эта пленка является сверхскользким материалом, которое дает нам возможность не накапливать на этих куполах снег. После жарких обсуждений рабочая группа все-таки одобрила проект зоопарка, но с условием, что разработчики проведут работу над ошибками. Денис Бечин, Дмитрий Поляков, Новости 24, Петербург.